начинаем мы сегодня с одеяла, покрывала, ностальгии. Как красиво смотрится, посмотрите, ностальжи, сколько романтики, сколько тонкостей. И мне кажется, Юль, название полностью оправдывает содержание. Вот смотришь на этот цветочный мотив, и сразу вспоминается все самое популярное из многих текстильных времен. Это точно ностальжи, это ретро в усовершенствованном виде. Давайте мы понаблюдаем этот роскошный рисунок. Давай, Ариша, посмотрим, что вам это напоминает. Это напоминает нам всем эффект гобеленового плетения. Насколько же это красиво. Вообще гобеленами раньше застилали кресла, диваны. В богатых домах только к приходу дорогих гостей считалось это самым изысканным украшением для мебели. Поэтому ностальжи мы сегодня предлагаем вам в центре внимания постелить. Например, на большую кровать, например, на диван. И оно, безусловно, создаст акцент в интерьере. Необычный, эффектный рисунок, как будто бы плели действительно самый настоящий гобелен. Это эффект ручной работы, а сейчас ручная работа. В цене она невероятно популярна, и именно поэтому одеяло, покрывало ностальжи становится самым популярным предложением. Именно поэтому это специальное предложение нашей субботней распродажи. Сегодня вы заказываете по сниженной цене от 1799 рублей полутораспальный вариант. У нас есть двухспальный и евроразмер. А оплачивайте только по факту получения. Ну и, конечно, всем интересно, почему именно ностальжи стало центральным специальным предложением дня? А все потому, что только за месяц их было продано более 1000. Вы представляете, какая популярность? Юль, вот в таких случаях, мне кажется, факты, цифры говорят сами за качество изделия. Да, конечно. Но и одеяло, покрывало, ностальжи, Ариша, я предполагаю, понравилось нашим покупателям. Конечно же, не только за рисунок, а еще и за секрет, который нас содержит, за свою многофункциональность. Вот он, секрет нашего ностальжи. Натуральная овчинка, с другой стороны, одеяло, покрывало ностальжи, выполнено с двойной фактурой. Оно двустороннее. С одной стороны, красивый плед, которым вы можете украсить свой дом, обновить интерьер считанные секунды. А с другой стороны, самое настоящее. Овечка меринос, шерсть натуральный, овцы. А это значит теплое, комфортное, дышащее одеяло. Именно поэтому одеяло и покрывало ностальжи. Сразу два в одном. По одной сниженной цене. Помните, что цена специального предложения дня действует только до полуночи по московскому времени. Я уверена, такое предложение должно быть в каждом доме. Каждая хозяйка обрадуется такому текстильному шедевру. Смотрите, эффект ручной работы, эффект дорогого гобелена. И правда, Юль, если раньше мы могли только мечтать или заправлять кровать или диван только в преддверии гостей, чтобы, не дай бог, не испортить, хочется узнать, то как себя будет вести ностальжи сейчас, насколько он практичен для дома. Вот смотрите, очень хорошо на изнаночной стороне видно стежку. Оба слоя надежно скреплены текстурированной нитью, и вы можете ностальжи спокойно стирать стиральные машинки, не опасаясь, что потеряется форма, не опасаясь, что потеряется цвет. Ностальжи покрашены эко-красками нового поколения, не содержащими компонентов, вызывающих аллергию. Как это важно, согласитесь, для здоровья. Мех мериноса, Ариша, тоже считается экологически чистым наполнением. Поэтому такое одеяло вы можете стелить даже в детское. Оно абсолютно гипоаллергенное, при этом хорошо согревает, комфортное и дышащее. Будет не жарко даже в летний сезон. Смотри, в детской. Это очень здорово. Сейчас наступит то время, когда во всех домах отключат отопление. Помним с вами, стены холодные, пол холодный. Вот у меня, например, Юль, в комнате ковра нет. Я с утра, когда просыпаюсь, всегда стою на холодный пол и думаю, ой, ну нужно какое-то решение вот на это время, чтобы было не холодно, чтобы было приятно. А ты говоришь, что можно в детскую, то есть мы можем даже на пол постелить? Мы можем действительно ностальжи постелить даже на пол. Мы с вами сейчас это и сделаем. Пушистый, густой, теплый ворс вы можете вот таким образом вверх, прямо сразу постелить на пол, не опасаясь не испачкаться, потому что можно постирать потом. И мы с вами садимся, создаем романтичную обстановку, может быть, например, со своим молодым человеком. У камина. Если кто-то мечтал. Да, это очень хорошо, это романтика. Поставьте свет.
плечи, положите подушки, и пусть у вас будет самый романтичный вечер. Если в детскую, то детишкам вообще идеальное решение, потому что дети никогда не простудятся на полу. Овечка очень хорошо согревает, издавна известны ее лечебные, целебные свойства. Посмотрите, мягкие игрушки, все это очень практично, удобно, а самое главное, как многофункционально. На кровать, на кресло, на диван, на пол. Это всегда удобно. Одна цена и столько функциональных решений для нашего уюта. Но цена действует только сегодня, ведь это специальное предложение дня. И для тех, кто только что присоединился, специальным предложением становятся только проверенные предложения, которые уже оценили наши покупатели. За месяц улетело 1000, даже больше. Это действительно здорово. Как это приятно, что столько тепла становится в наших домах. Это победа ностальжии, победа комфортного и красивого аксессуара для вашего дома. Но это еще не все. Да, красивое покрывало, роскошное, мягкое, теплое дышащее одеяло. Ковер, как выяснилось, тепленький и комфортный. Вы знаете, вы присаживаетесь сейчас мысленно вот сюда с нами. Знаете, как тепло, знаете, как комфортно прикасаешься, такая мягкость. Но это еще не все. Весна и лето, теплый сезон, время, когда будут приезжать гости. Может быть, у кого-то свадьбы, юбилей. И часто у нас в России гости засиживаются допоздна, потом остаются ночевать. Ну и свадьбы у нас гуляют не день, а два, это а то точно. И три. Остается много гостей. Согласитесь, текстиля дома, но всегда не хватает, чтобы расположить всех, как мы с вами на пол штабелями укладываем гостей. Сложите ностальжи вот так вот вдоль и получите полноценный гостевой матрас. Смотрите, сколько решений для дома, быстрых, уютных, компактных и красивых. Это удобно. Юль, и как на матрасник, и как одеяло, и как покрывало, и даже как плед. Но один вопрос. Вот после того, как мы постелили на пол, нужно же как-то освежить. Как мы ухаживать будем? Все-таки овечка. А положим в стиральную машинку, никакой химчистки, с ностальжи вы сэкономите. Прямо бросаем в стиральную машинку. Оно полностью простеганное, плотная, прочная ткань. Надежно отстирывается в машинке, потом очень хорошо и быстро сохнет, и можем пользоваться. И можем снова отправлять одеяло, покрывало, ностальжи в работу. Работа у него главное — дарить уют и красоту нашему дому. Номер для ваших заказов бесплатный, многоканальный. Звоним из любого уголка нашей необъятной родины. Сегодня звоним, заказываем, а оплачиваем только по факту получения. Причем оплачиваем одну цену, а получаем, по сути, сразу два покрывала. Главное только успеть заказать тот размер, который нужен именно вам. Создайте свой неповторимый уют в доме с одеялом-покрывалом ностальжи. Сегодня это спецпредложение дня. Эксклюзивное предложение от телеканала Shop & Show. Двустороннее одеяло-покрывало ностальжи. С одной стороны, эффект гобеленового плетения. И это безусловный яркий акцент в интерьер. Ретро сегодня в моде, поэтому ваш интерьер пойдет в ногу со временем вместе с ностальжи. Переворачиваем и оказываемся на теплом пушистом ковре. А может быть, укроемся им как одеялом. Потому что мех мериноса согревает идеально, являясь дышащим, не сделает жаркой вашу ночь. Именно поэтому, я уверена, одеяло, покрывало ностальжи должно быть в каждом доме. Три размера на выбор. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер. Не упустите свою возможность изменить к весне, к лету, к Пасхе свой интерьер, сделав уборку не просто навести порядок, но и погрузиться совершенно в новую атмосферу. Тем более, что специальное предложение дня – это многофункциональное решение, и каждая хозяйка найдет в нем что-то свое. Одеяло, покрывало, ностальжи. Цена только сегодня 1799 рублей за полутораспальный вариант. Но по такой цене, Юля, предложений красивых и качественных в обычных магазинах нам просто не сыскать. Мы быстрее сотрем набойки на любимых туфельках. Ведь где вы увидите одеяло, покрывало с эффектом ручной работы, два в одном, с овечьей шерстью, по цене 1799 рублей за полутораспальный вариант. И это еще не все. Не только покрывало и одеяло, а еще и гостевой матрас на матрасник и коврик в детскую. Вот что может наше одеяло покрывало ностальжи. Многофункциональное. Четыре в одном. Даже не верится, что цена за такое предложение может быть настолько минимальной. 1799 рублей за полутораспальный вариант. Эффект ручной работы, гобелен. А вторая сторона — это овечья шерсть.